снова находитесь на канале Old Dutchman. С вами я, Владимир Казарчук. И сегодня тема этого видеовыпуска будет укрепление лучезапястного сустава как для профилактики, так и для восстановления после различных травм, допустим, после переломов или сильных ушибов. Я несколько раз уже делал различные видео с восстановительными программами для тех людей, которые проходили реабилитационный период после перелома лучезапястного сустава. И, к сожалению, у них после вот этих вот физиотерапевтов и реабилитации руки не функционировали на все 100%, как это хотелось бы, как это было раньше. Поэтому создавал различные программы. В принципе, эти программы несложные, состоят из легких упражнений. И действительно, люди, которые следовали этим программам, выполняли упражнения, они писали мне огромные благодарственные комментарии за то, что им эти программы помогли. Так вот, сегодня я покажу вам маленький комплекс упражнений с легкими гантелями для укрепления лучезапястного сустава и, естественно, укрепления мышц. Почему? У меня один коллега на работе жалуется постоянно на то, что у него в запястье, когда он отжимается от пола, если он отжимается на кулаках, все нормально. Если он пытается отжиматься открытой ладонью на полу, у него начинает сильно болеть запястье. Я ему посоветовал сделать некоторые упражнения в течение одного месяца и потом попробовать опять начать делать свои отжимания. И действительно, эти упражнения ему помогли. Так вот, к упражнениям. Мы берем для начала обычные маленькие гантельки. Вот у меня тут полторушечки. Этого достаточно. И начинаем делать наши упражнения. Упражнение первое. Мы вот так вот в таком положении держим наши руки. И начинаем сгибать руки снизу вверх с двумя гантелями. Как для разогрева мышц, так и для укрепления сухожилий и самого сустава лучезапястного. Сделав это упражнение, повторив 30-40, ну 50 повторений, мы переворачиваем наши руки и делаем такие же движения, только уже с перевернутой кистью. Точно так же мы выполняем 30-40-50 повторений с этими гантельками. Упражнения делаем мы без перерыва, то есть между каждыми упражнениями мы не делаем паузы. Сделав это второе упражнение, мы делаем следующее. Взяв гантельки вот так вот в руки, мы поворачиваем их изнутри наружу, тоже 30-40-50 повторений. Следить нужно за тем, чтобы локти были прижаты к нашему телу, чтобы руки вот так вот не ходили, это неправильно. Нужно контролировать свои руки для того, чтобы у вас создавались только движения лучезапястным суставом. Ни в коем случае не руками. Это будет неправильно. Сделав это упражнение, мы переходим к следующему. Опять же, держим руки, прижав локтями к телу, и делаем вот такое вот движение. Вниз, вверх, наклоны. Точно так же мы выполняем 30, 40, 50 повторений. Сделав это упражнение, мы переходим к нашему последнему, пятому упражнению в этом комплексе. Восьмерка. Мы держим эти гантельки в руках и начинаем делать вот такие вот вращательно-поступательные движения. Разгоняет кровь в мышцах, укрепляет суставы, делает их эластичными, укрепляет сухожилия и, естественно, улучшает функционал наших запястий. Это упражнение мы выполняем точно так же. 30, 40, 50 повторений. Если вам вначале сложно делать это упражнение с гантелями, то начните делать просто зажав кулаки и разрабатывая сам сустав. Вот так вот. Просто руками. Когда вы где-то через неделю, полторы, две почувствуете, что это движение
уходят впустую, тогда можно будет взять вес, гантельки килограммовые или полуторакилограммовые и начать работать с этими гантелями. Один момент, на который нужно обратить внимание. Этот комплекс упражнений довольно-таки легкий, но для того, чтобы восстановить лучезапястные суставы, нужно потратить как минимум месяца два ежедневных занятий с этим комплексом упражнений. Только тогда вы действительно почувствуете разницу и почувствуете эффект и получите ожидаемый результат от выполнения этого комплекса упражнений. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы или будут желания по поводу восстановительной программы, допустим, для позвоночника, для плечевого сустава, для рук или для ног, вы можете спросить или под этим видео задать вопрос, или же посмотреть у меня на канале мои старые выкладки, в которых очень много различных упражнений, направленных на укрепление организма, на восстановление функционала наших суставов, наших мышц. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий и оставайтесь нам здоровыми. Все будет просто класс. Всем удачи!